Уровень безработицы в Борисовском районе 0,64%, ниже среднего по области. Здесь ситуация на рынке труда одна из самых стабильных в регионе. В течение последних лет наблюдается рост средней заработной платы на крупных и средних предприятиях района. За 2017 год среднемесячная заработная плата выросла к аналогичному периоду прошлого года на 7,7% и составила 30 109 рублей. За всем большая регулярная работа. И в первую очередь с руководителями предприятий, где средняя зарплата ниже рекомендованных 22 тысяч. Многие из таких предпринимателей обещают найти новые бизнес-решения, увеличить производственные мощности и уже подписали соглашение о намерении повысить оплату труда. Берем ситуацию на контроль. Я думаю, взятые обязательства по соглашению, по повышению уровня заработной платы, по динамике на этом направлении, я думаю, вы обеспечите. Среди таких компания «Русь», занимающаяся производством овощных консервов. Сейчас средняя зарплата около 20 тысяч. Летом в сезон она будет больше. Отметки в 22 тысячи постараются достигнуть. Продукция реализуется по всей стране. Предприятие разрабатывает ее новые виды и в скором времени планирует уйти от сезонного к круглогодичному производству. Такие перспективы радуют работников. Конечно, улучшение. Намного больше продукции производим и так по зарплате. Похожая ситуация и в кооперативе «Альянс Фермер Вест». Его председатель сегодня подписала соглашение о повышении заработной платы. Здесь перерабатывают фермерское молоко и производят сыр. Дело только встает на рельсы. Со скорым увеличением объемов и выходом на федеральный рынок будет улучшена и нынешняя зарплата, которая сейчас немногим ниже 22 тысяч. Я думаю, что сегодняшняя встреча наша была очень полезна и для тех работодателей, которые были заслушаны. Уважаемые товарищи, я просто единственно призываю вас к тому, чтобы те обязательства, которые вы берете, они действительно были выполнены. Потому что за этими обязательствами, повторюсь, скажу, что стоят люди, которые помогают вам делать ваш бизнес. Сергей Шрамко и Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Уровень безработицы в Борисовском районе 0,64%, ниже среднего по области. Здесь ситуация на рынке труда одна из самых стабильных в регионе. В течение последних лет наблюдается рост средней заработной платы на крупных и средних предприятиях района. За 2017 год среднемесячная заработная плата выросла к аналогичному периоду прошлого года на 7,7% и составила 30 109 рублей. За всем большая регулярная работа. И в первую очередь с руководителями предприятий, где средняя зарплата ниже рекомендованных 22 тысяч. Многие из таких предпринимателей обещают найти новые бизнес-решения, увеличить производственные мощности и уже подписали соглашение о намерении повысить оплату труда. Берем ситуацию на контроль. Я думаю, взятые обязательства по соглашению, по повышению уровня заработной платы, по динамике на этом направлении, я думаю, вы обеспечите. Среди таких компания «Русь», занимающаяся производством овощных консервов. Сейчас средняя зарплата около 20 тысяч. Летом в сезон она будет больше. Отметки в 22 тысячи постараются достигнуть. Продукция реализуется по всей стране. Предприятие разрабатывает ее новые виды и в скором времени планирует уйти от сезонного к круглогодичному производству. Такие перспективы радуют работников. Конечно, улучшение. Намного больше продукции производим и так по зарплате. Похожая ситуация и в кооперативе «Альянс Фермер Вест». Его председатель сегодня подписала соглашение о повышении заработной платы. Здесь перерабатывают фермерское молоко и производят сыр. Дело только встает на рельсы. Со скорым увеличением объемов и выходом на федеральный рынок будет улучшена и нынешняя зарплата, которая сейчас немногим ниже 22 тысяч. Я думаю, что сегодняшняя встреча наша была очень полезна и для тех работодателей, которые были заслушаны. Уважаемые товарищи, я просто единственно призываю вас к тому, чтобы те обязательства, которые вы берете, они действительно были выполнены. Потому что за этими обязательствами, повторюсь, скажу, что стоят люди, которые помогают вам делать ваш бизнес. Сергей Шрамко и Валерий Ларьков. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.